Видео подготовлено каналом Уроки ТВ номер 4. Из 46 тысяч избирателей на выборы явились 27 тысяч человек. Сколько избирателей не явилось на выборы? 46 тысяч. Отнимем 27 тысяч. 46 отнять 27 будет 19. 46 тысяч отнять 27 тысяч получится 19 тысяч. Столько избирателей не явилось на выборы. Ответ. 19 тысяч избирателей не явилось на выборы. У вас возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.